Дорова, дябо. Айнын бидан. Эрэвинын умут. Эуди утарам укутчип. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем учить слова на авенском языке. Тема называется «Весной на стойбище». Энне. Энне. Мама. Ата. Ата. Бабушка. Экен. Экен. Старшая сестра. Минэньму гырбын. Эуде. Мин эньму гырбын. Эуде. Мою маму зовут Евдокия. Эньму аусан. Эньму аусан. Мамина сумка. Эньмы. Эньмы. Иголка. Уняпан. Уняпан. Напёрсток. Хум. Хум. Нить из сухожилий. Герон. Герон. Нож для кройки. Скребок. Скребок. О. О. Чочун. Чочун. Скребок с зубьями. Карда. Карда. Кожемялка. Осал. Осал. Камус. Тыргыз. Тыргыз. Ровдуга. Нанра. Нанры. Шкура. Чурит. Чурит. Бусы. Ниса. Ниса. Бисер. Хереча. Хереча. Орнамент. Гуэлра. Гуэлра. Подшейный волос оленя. Эньму осалу мангадакубон. Эньму осалу мангадакубон. Мама дала помять камус. Нюлдай. Нюлдай. Скоплить шерсть. Ильчадай. Ильчадай. Плести. Томкадай. Томкадай. Закручивать сухожилия для нити. Экмухерелын. Экмухерелын. Сестра умеет вышивать. Нонгонни не сау угли. Нонгонни не сау угли. Нанизывай бисер. Те каравинунгумут эвудив тора вуккутты. Даурет бахалдарик лаури стала. Дорогие друзья, сегодня мы выучили слова на венском языке на тему «На стойбище». До свидания, дорогие друзья!